Он всегда подтянут, здоров и никогда не устает. Все потому, что изо дня в день отечественный актер и певец Тавекель Муслим занимается спортом. По признанию артиста, он практиковал многие виды спорта и даже пробовал себя в боевом единоборстве. Но когда подходил момент перехода в профессиональную элиту, Тавекель всего себя посвящал творчеству. Я всегда вот. Чем только не занимался. Тэквондо, борьба, футбол, плавание. А футболом занимался с детства. Вот еще занимался плаванием. И до сих пор плаваю. Я через день хожу в тренажерный и через день плаваю. И плавание, я считаю, что тоже он очень полезен для человека. Оно тоже формирует тело мужчины, ну, даже человека, в общем. Совмещение различных видов спорта никоим образом не вредит организму человека, а наоборот, тело усваивает пользу от каждой тренировки. Рост Тавекеля 193 сантиметра, а вес 93 килограммов. Артист уверен, такой комплектации он обязан плаванию. За счет еще бассейна я скажу, что я начал заниматься, ну, как бы, первый раз пошел в 11 классе. И тогда у меня рост был 1,70 м. А когда я только год отзанимался бассейном, у меня сразу рост вырос. И я считаю, что это помогает тоже. Также способствует для развития. Например, развивается осанка. Ты держишь осанку. Для артиста держать ровную осанку очень важно, но и без красивого рельефа тела тоже не обойтись. Тут Тавекель советует применять программу Workout, что значит уличные тренировки. Workout подразумевает из себя тренировки из подручных средств. Например, в каждом дворе на спортивной площадке вы сможете найти турники и брусья. Сейчас я занимаюсь по программе Workout. Это турник, брусья, отжимания. И помимо делаю группу мышц. Увидел, насколько она эффективная, и я решил, что эта программа вот как раз мне подойдет, ну, для роста мышц, для массы. Вот такой вот спортивный совет от Тавекеля Муслима. Прислушивайтесь к его советам и не пропускайте тренировки. Хайрат Орынов, Роман Ван, Жанакын.